Привет! И сегодня мы хотим провести эксперимент на сколько сильный удар у моей сестры. Моей сестре 11 лет. Тебе 11? Скоро. Поздоровайся. Здравствуйте. Ну вот, ей почти 11 лет, значит, и я хочу проверить, как вы поняли по заднему виду, боксерские перчатки, насколько сильный у нее удар. Ну, мишенью буду я. Я буду держать камеру, она оденет перчатку и ударит меня. Давай, одевай. Лысый я стал. Ты уже вчера был. Ничего. Даже зимой. Одену. Ударить? Ты правша или левша? Ты какой рукой сильнее ударишь? Двумя. Ну какая у тебя сильнее рука? Не знаю. Вот эта. Какая сильнее, на такую руку и одевай. Я встану на колени, чтобы она, поскольку низкая, по сравнению со мной, и чтобы она могла хорошо ударить моему лицу. Посмотрим, насколько сильный у нее удар. Мне встать или так сидит? Да. Стой. Боюсь. Сможешь? Свою маленькую сестру. Вот сюда бери, короче. Не убей меня. Как пойдет. Я прям совсем говорю, что у тебя есть. Давай еще. Нет, удар сильный. Давай еще. Давай, последний удар. Довольно сильно.